Надежда на благополучный исход еще есть. В Ангарском районе к поиску пропавшего инспектора ГИБДД приступили местные жители. Группы собирают супруга старшего лейтенанта, волонтерам требуются лодки и машины. 28 июня инспектор вместе со своим напарником задержали на дороге нетрезвого водителя. Автомобилист, чтобы избежать наказания, в наручниках прыгнул в реку. Полицейские бросились ему на помощь, один утонул. Судьба его коллеги Алексея Матонина пока неизвестна. В поисках мужчины принимает участие более 150 сотрудников полиции, МЧС, а также добровольцы. Основные работы проводят на акватории реки Китой и береговой линии. Сам же нарушитель спасся и уже задержан. Свою проверку по факту трагического происшествия сейчас проводит и региональный следственный комитет.